7 февраля 8 российских городов провели церемонии запуска часов, которые начали отсчет времени до старта Олимпиады в Сочи в 2014 году. Часы были запущены в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Пятигорске, Хабаровске и, конечно же, Москве. За год эти часы во всех городах станут, безусловно, популярным местом. Недавно на своей пресс-конференции мэр города Сочи Анатолий Пахомов сообщал, что строительство олимпийских объектов вошло в завершающую стадию. Объем строительных работ по ним в 2012 году превысил 170 миллиардов рублей. В 2013 году строительство в олимпийских кластерах полностью завершится. Будет введен в эксплуатацию центральный стадион вместимостью 40 тысяч человек, на котором пройдет церемония открытия и закрытия 22-х зимних олимпийских игр. Открытие часов приурочено к празднованию символичной даты – года до начала церемонии открытия.